Всем привет! Короткая зарисовочка. Не знаю, сейчас и для Инстаграма сниму, и для ролика на YouTube. Я считаю, что такой, скажем так, халявой надо делиться. Сейчас в МТСе происходит очень сильная акция на всевозможную аксессуарику. В каждом городе определенный вид аксессуаров. Не только чехлы, не только стекла, но и пауэрбэнки, провода и так далее, и так далее. Ссылка будет в описании. Зацените, какую халяву непосредственно приобрел я. Это два официальных чехла для iPhone 10, партнерские чехлы от FIFA. Это сертифицированный товар, стоимость их была порядка выше 1000 рублей за один чехол. Сейчас они продаются по акции 149 рублей за одну штуку. Сейчас я снимаю на iPhone 10, и у меня установлен уже чехольчик с флагом Российской Федерации. Он безумно красивый и очень классно смотрится. Я сейчас расплачусь. Решил все-таки вам, ребятушки, заснять, показать, потому что, ну, действительно, вот такая вот красота. Расцветки есть разные. Я выбирал между синим, красным, таким, черным и серым. Взял два вот такой вот непосредственно. И вот там вот еще есть черненький. Упаковка, все, присутствие вот специальных лейбов. Сейчас покажу. Вот такая вот голограмма. То есть это у нас действительно официальная поставка. И действительно, чехольчики у нас сами по себе изначально стоили дорого, поэтому и вот со стеклом смотрится, ну, просто это soft touch пластик. Здесь нанесен рисунок, и он перфорированный, то есть у вас это все дело не будет скользить из рук, и на самом деле выглядит и ощущается, ну, вообще не утолщает устройство, то есть оно практически очень тоненько, при этом грани у нас все защитные. Ну, посмотрите сами, друзья, ну, такой халявой действительно стоит делиться со всеми. Мне очень нравится, взял вот такой вот, потому что у него вот белая такая рамка, сам смартфон у меня Silver, и поэтому для того, чтобы это все компактно смотрелось и органично, вот такой вот трус. Но расцветки есть другие, и повторюсь, это только пример на основе чехла под iPhone 10. А еще также существуют другие всевозможные аксессуары, не только на айфоны и не только на десятку, но и на айфоны в том числе. Смотрите, проходите, знакомьтесь, и если понравится, то, как говорится, пользуйтесь такой возможностью приобрести качественный товар за сущие копейки. А теперь самое интересное. Ну и немного информации вот вам про второй чехольчик. Здесь все вот на такой вот подложечке. Сам черный чехол у нас вообще soft touch, то есть он мягенький, а перфорация вот эта сделана, она, то есть, сделана качественно. Да, может быть, со временем вы напишете, что она сотрется. Ну, допустим, даже не как чехол, а как какая-то сувенирка, то есть, ну, 150 рублей, камон, я сейчас зашел в Пятерочку или в Магнит и посмотрел, там всякие вот эти забиваки до сих пор стоят, продаются из-за каких-то там, ну, брелок там 600 рублей, 400 рублей, 500 рублей. А тут, как бы, ну, аксессуар, которым можно пользоваться. Ребят, 149 рублей, серьезно. Гениально. А также я дополнительно взял вот такой вот черненький. А здесь сверху были наклеены ценники, поэтому качество чехлов на очень высоком уровне. Они сделаны специально для того, чтобы могли работать и устанавливаться вместе с защитным стеклом. Поэтому вот, ну, мне были нужны именно чехлы на десятку. Чехол один нужен был, но такая цена, я везде посмотрел, прайс во всех других магазинах сейчас over 500 рублей за один чехол. Тут, ну, взял два, потому что пока по финансам, скажем так, не особо хорошо. Поэтому, если вам нужна какая-то аксессуарика, ссылка в описании, бегом, пока не закончились. Вот вам немножко, скажем так, позитивной, доброй и, главное, халявной информации. Давайте, совсем скоро увидимся. Всего доброго. А не было прощения, значит, не будет. Не было здравствуйте, значит, практически можно не прощаться. Но все равно, всего доброго. Пока-пока.